Всем привет, Александр из Зеленограда, Москва. Следующее видео. Мы в районе Феодосии. Жилой комплекс Катран. В районе Орджоникидзе. Вот здесь. Ехали на машине. И подъехали там к озерцу. Небольшое видео по поводу этого озера. Как мы ехали. Вот по этой дороге выехали на... сюда, потом через Коктебель, здесь проехали через Щербетовку, и озеро где-то здесь находится. Сейчас я попробую увеличить. Сейчас. Вот озеро, вот оно. Щербетовку проехали. Вот оно озеро. Стояли мы вот здесь. Здесь машина наша стояла. Интересно. Если кому видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Впереди видео будет еще по Крыму. Потом мы поехали в Ессентуки. Тоже будет много видео интересного. Напоминаю, что все ваши лайки, все ваши комментарии и пожелания будут отражаться на заработке нашего канала и деньги от нашего канала мы будем тратить на покупку лекарственных препаратов, перевязочных материалов для Игоря из города Зеленограда. Он инвалид детства. Так что ставьте лайки. Всего приятного просмотра, счастливо, всем пока. By the way.